давайте посмотрим картины. Какая здесь галерея картин. Картины. Сейчас мы их конкретно посмотрим по стоимости, по названию. Торгста 1199 гривен. Вот такие вот розы красивые, такой ее размер. Вот все картины упакованы в такие тубусы, такие, такие. И написано, что картина с рамкой. А нет, это Манхэттен. Место Манхэттен? На Манхэттене, да. Ага. Вот такая картина Манхэттен. 1419 гривен. Вот такая. 1419 гривен. Картина подсолнухи. 12 соняхи в вазе. 1419 гривен. Да, здесь картина. Женщина сидит с согнутым коленом. 1419 гривен. Пьятый рит. 499 гривен. Бабочка. Вот такие олени. Очень миленькие. Пьятый рит. Это 849 гривен. Две штуки. Вот они идут в комплекте. Олень две и картины, его жена. Да. Это парочка. Ой, мне очень нравится вот две картины, как вот упакованы. Прелесть. Кому есть куда вешать. А вот этих вот, видите, бабочек разбирают. Сильная такая картина. 499 гривен. Гривен рамочка для фотографий. Сколько? На 8 фотографий. Яхбо рамочка. Такая пластиковая рамочка. На 8 в белом цвете и в черном цвете. Такая же рамочка. Вот рамочка поменьше в черном цвете. 249 гривен. Тоже такой пластик. Маленькая рамочка. Миленькая, 49 гривен. Плетеная корзинка 450 гривен. Такая плетеная корзинка 300 гривен. Легенькая очень. Такая плетеная 400. Тяжелая. Металлический каркас у меня. Смотрите, какое разнообразие плетеных кашпо. От самых больших 1099 гривен. Средние, маленькие 699. Плетеные. Красота. Такие плетеные 149. Такой 109. Вот 109. Маленький. Этот 649. Такие плетеночки миленькие. Лампа настольная Лампан, светодиодная лампочка, очень легкая, легкий абажурчик, закрытая сверху, 229 гривен. Подставочка пластиковая,
серого цвета, голубого цвета и оранжевого цвета. Такие лампочки по бюджетной цене 229 гривен. Лампа Арстит. Латунь белый. 599 гривен. Очень стильная лампочка. С таким вот выключателем. Есть под золото, есть под серебро. Очень сильные классические лампочки. Так, лампочки с серии Скафтет. Скафтет. Абажурчик тканевый, серенький, темно-серый. Так, вот, серый и темно-серый. Цена 330 гривен. Под серебро и под золото ножка. Можно? Вот какая интересная лампочка. Напомнила мне лампу Ильича. 1099 гривен. Тальбин. Нержавеющая сталь и стеклянный такой абажурчик. Так, в отделе уцененных товаров вот такой вот абажур, лампа. Вот такой огромный, которого нету в основном отделе, со скидочкой 3 999. Какая красота. Пластиковые лопасти. И что бы ни говорили, там Икея, некачественно, дорого или что-то, вот смотрите, было очень много одеял. Очень много было. А теперь, видите, как бы немножечко полочки опустили. На открытии это все было забито. Вот видите, оказывается, как одеяло, они на виды разделяются. Со значком голубеньким прохолодное одеяло, с желтеньким легкие одеяло, с оранжевым теплое одеяло и всесезонные желтый, оранжевый и красненький. Вот это вот одеяло у нас оранжевое, это теплоковдра. Вот с таким значочком. Таким значочком это у нас легка ковдра. И так далее. Подарункова карта IKEA буде завжди доречною викладати суму, яку готові видати на подарунок. А майбутній власник карти обере його сам. Ось побачите, всі будуть задоволені. Оформіть карту на касі, зарахувавши на неї.